уважаеми господин председател на правителството на Руската федерация, уважаеми госпожи и господа. Добре дошли в България първо. Радвам се да ви приветствам по-малко от година, след като с президента Путин възстановихме диалога на най-високо ниво, въпреки различия по двустранни и международни въпроси. Между народите на България и Русия съществуват дълбоки исторически, духовни и културни връзки. Устояли изпитанията на времето и неподвластни на политическата конюнктура. Вчера с признателност отбелязахме 141 години от края на руско-турската война и освобождението на България. През юли ще отбележим 140 години от установяването на дипломатически отношения. На 24 май заедно почитаме създадената от българските първоучители азбука, на която пишем, четем и взаимно се обогатяваме. Считам, че съществува политическа воля и необходимите условия за развитие на равнопоставено и взаимно изгодно сътрудничество. Има сфери като туризма, където отношенията са устойчиви и перспективни. Русия е стратегически партньор в енергетиката, където има голям потенциал за задълбочаване на нашите отношения, разбира се, при спазване на важни принципи, като целесъобразност, конкурентност, прозрачност, сигурност на доставките и, особено важно за нас, изгодна цена. България предоставя добри условия за инвестиции и сме отворени в редица области. Вярвам, че българската икономика може да предложи много повече на руския потребител, който познава и цени качеството на редица български стоки. Що се отнася до образование, наука, култура, имаме дълги традиции и огромни перспективи за развитие. И не на последно място, считам, че българо-руският диалог допринася за възстановяване на доверието между Европейския съюз и Русия, от което всички ние имаме интерес. Още веднъж, добре дошли! Уважаемый господин президент, во-первых, хотел бы отметить, что мы в прошлом году встречались в Москве. Время очень быстро бежит. И сейчас хороший повод для того, чтобы провести этот визит, поздравить вас и всех граждан Болгарии с национальным праздником, с Днем освобождения от Османского ига. Думаю, что этот праздник, он, в общем, всегда будет связывать наши народы. И, естественно, в этом году мы будем отмечать и другие знаменательные даты, в частности, 140 лет с момента дипломатических отношений, которые сложились между нашими странами в тот период. Но дело даже не в конкретных датах, а в исторической памяти, которая всегда была присуща нашим народам и в самых разных ситуациях не подводила их. Действительно, было много и непростого, и в то же время очень обнадеживающего в истории наших стран. Но мы должны, на мой взгляд, исходя из вот этих особых добрых отношений, которые существуют между нашими народами, сделать качественный скачок в развитии отношений на будущее. Это касается экономики. Мы с вами только что вот говорили, в какой-то момент у меня возникло ощущение, что все наши экономические связи рухнули. Крупные проекты исчезли, накопились взаимные обиды, торговля, по сути, стагнировала. В наших усилиях все изменить. Главное просто, чтобы правительства работали как следует,
чтобы принимались необходимые решения на уровне компаний, чтобы мы находились в постоянном диалоге, в том числе диалоге на межрегиональном и гуманитарном уровне. Хочу, пользуясь этой возможностью, пригласить вас еще раз на Петербургский экономический форум. Это тоже хорошая площадка для того, чтобы побывать в стране, обсудить с коллегами разные вопросы. Вот я надеюсь, это тоже будет способствовать лучшему взаимопониманию между нашими странами. Спасибо еще раз за то, что вы с нами встречаетесь. Я уже сегодня об этом говорил, но еще раз большое спасибо за очень теплую атмосферу. Она и с погодой связана, конечно, но и не только. Это атмосфера сердец. Так что спасибо вам за приглашение.